Признайся честно, ты всегда веришь в команду до конца. О чем ты думаешь, глядя на разгромный счет на экране? Не осталось денег на фулбай? Такое уже не отыгрывается. Можно даже не досматривать. Если ты с нами давно, то знаешь наверняка, когда играют Нави, на карте возможно все. Сегодня мы вспомним 10 самых ярких камбэков за всю историю состава по CSGO. И начнем с матча против Virtus.pro, который состоялся в далеком 2016 году. Полуфинал Counter-Pit League Season 2. Команды открывают серию на оверпассе. 3 выигранных раунда на старте карты превращаются в 12-5. Ведут медведи. Та самая легендарная пятерка с тазом и Пашей бицепсом. Перевернуть ход поединка Нави сумели даже без набора опасных девайсов, оказав соперникам теплый прием на базе Б. Парни решили проблемы с экономикой, подобрали необходимое оружие и, разменяв пару раундов, полноценно вернулись в игру. ВП так и не нашли слабые места в защите, а рожденные побеждать не просто выиграли 9 раундов кряду, они взяли полуфинал, а впоследствии и турнир. Еще один чемпионский титул команда привезла из США с чемпионата серии IEM в 2015 году. Тогда Natus Winzer не отдали оппонентам ни одной карты, хотя были очень к этому близки. За Team Liquid болел весь стадион, а Na'Vi всего 2 неделями ранее провально выступили на 8 сезоне Сива. Борьба в ранних раундах завершилась доминированием американского состава. Местные фанаты не могли быть счастливее и уж точно не ожидали камбэка при счете 14-7. Второе дыхание открылось благодаря Эдварду. И одного зрелищного клатча оказалось достаточно, чтобы зрители начали скандировать название другого тега. Впрочем, чемпионский дух никуда не пропал с изменением в составе рожденных побеждать. В 2019 году в Катовице Na'Vi подтвердили статус королей камбэков, сражаясь с Фейс на Инферно. Может, это магия громкой поддержки уха, а может, мастерство и ничего сверхъестественного. Даже если это пик соперников и они ведут при счете 10-3, списывать со счетов Флейми и Электроника – непростительная ошибка. Егор доказал это, дважды оформив эйсы в пистолетных раундах, а Денис завершив матч с рейтингом 1.49. Не менее зрелищный камбэк на Инферно наши парни оформили в 2018 году на CSGO Asia Championship. Первую победу в серии Na'Vi заработали на допах, поэтому и на второй ожидалась жаркая борьба. По другую сторону баррикады тогда играли Envy, и вплоть до смены сторон французы не давали нашей команде расправить крылья. Половина закончилась перевесом в 7 раундов. Ситуация кардинально изменилась, как только рожденные побеждать начали серию раундов за атаку. Соперники взяли только 1 очко, а Na'Vi 12. Ценители красивого CSGO со мной согласятся. Лучше захватывающего камбэка может быть только камбэк с продолжением на допах. В активе Natus Winzer есть и такой. В 2017 году в Кёльне команда обыграла G2 со счетом 19-17. В этом поединке было все. Табло с неутешительными цифрами 11-2. Снайперская дуэль Guardian против Кинеса. Хайлайты Симпла. И отличный задел для победы на следующем поле боя Денюк. По схожему сценарию события развивались в рамках европейского дивизиона 11 сезона ESL Pro Лиги. 21 марта 2020 года в матче против Force. После успешного выступления на зимних ланах у Na'Vi не задалась игра в онлайне. 5 проигранных карт, состав на волоске от вылета из группы и крайне непростой старт Трейна заставили фанатов понервничать. Несмотря на то, что соревновательный опыт Force гораздо скромнее, именно в их копилке было 13 раундов, а у нашей команды только 5. Электроники Флейми вовремя включились. Natus Winzer добрались до счета 15-15 и вырвали важную победу на дополнительном времени. Na'Vi и NiP. Классический матчап, наблюдать за которым интересно еще с 2013 года. Одна из самых ярких встреч этих коллективов состоялась в 2018 в ходе второй игровой недели EPL.
Даже отставание в 11 раундов от оппонента еще не приговор, если в команде есть Simple и Flamey, и к ним в руки попадают снайперские винтовки. Верить в победу, когда на экране вырисовывается 13-2, задача непростая. А если этот матч против Astralis, так надежда угасает еще стремительнее. Но Na'Vi удалось отыграть у датчан даже разрыв в 11 раундов. В третьем сезоне ESL Pro League составы сразились на Overpass. Тогда эта карта считалась одной из сильнейших как у рожденных побеждать, так и у Astralis. Поэтому и однозначного фаворита в поединке не было. Против такого соперника триумф приятен вдвойне. Четыре года спустя Na'Vi перевернули ход встречи с Astralis уже в новом составе. Исторический камбэк. В матче на вылет с Blast Premier 2020. 13-6 на Inferno, но с этой отметки жаркая борьба только началась. Выступая за сторону защиты, парни показали, что болельщики верили в успех не зря. Комьюнити считает, что с этим матчем закончилась эра чемпионства датской пятерки. А что скажете вы? Пишите в комментариях. Напоследок. Поединок, ради которого стоит погрузиться в историю. DreamHack Winter 2014. Четвертый турнир по CSGO со статусом Major. Звучит фантастически, но Na'Vi вновь камбэчили против Astralis. Точнее, технически, тогда состав выступал под тегом Dignitas. Но сути это не меняет. Желто-черные уступали 9 раундов. Зрители готовились к третьей решающей карте, поскольку уже не верили в успех на Мираже. Совершенно напрасно. Никогда не сомневайтесь. Камбэк is real. На этом заканчивается наше путешествие в историю камбэка в Na'Vi. Если вы хотите продолжение формата топ-10, то ставьте лайк, и как только наберется 20 тысяч, мы сделаем новый выпуск. Спасибо за внимание и увидимся через какое-то количество времени.